Ну что ж, здравствуйте, Данталавер, и сейчас мы посмотрим игру Layers of Fear. Пойдем в настройки, сразу посмотрим графику. Мне не нравится такое разрешение, слишком мелкие детали. Мне нравится такое. Quality Height, конечно же, применяем. Да, картинка стала более квадратной, но 100 предметов будет лучше. Субтитры просто по-английски. Забавим музыку. Так вот. Ладно. На половинку. Также звуки. Звуки даже можно так вот. Ладно, блять, на половинку тоже. Все слишком тихо-то становится. Блять. Чтобы нам не бояться, я уже как следует выпил, что надо. И посмотрим. Можно, блять, это играть в пьяном виде? Давайте проверим. The torment I have to endure. Сделал погромче. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper and my hands. Ну давай же быстрее, что там с тобой не так? Each night drowning in a cold sweat. But there is a way. Блять, одни звуки. Где картинка-то? Way to bring back what life took from me. The only precious thing. Ну вот надпись появилась, да. Скоро-то Оскар Уайлд, да. Так, ну что ж. Ну вроде бы работает. Не знаю. Вроде бы такси. Ой, она. Ты мне так плющит, то она и правда какая-то размытая. Ой. О! Мышкой управлять. Да здорово. Берешь вещи, ты двигаешь ее мышкой. Разбитое стекло. Кто-то бухал сегодня. Но так ничего нам не осталось. Я шучу, мне не страшно. Даже нет, ремешок. От собачий ремешок. Мы видим собачий ремешок. Собачий. Можно крутить на другие кнопочки. Но нам нахуй не срался. Давайте все-таки посмотрим, запомним, как Локрафт, что-то Мофтон, Атипупчер, что-то, блядь, непонятно ничего. Ладно, второй этаж пока не пойдем, давайте идем сюда. И сказал, откройся, откройся нахуй, открывайся. Вино разлитое. Вы издеваетесь на английский. Чей-то почерк? Кто нахуй пишет, как курица кудахчет нахуй? Мы слышим прекрасное пение девушки. Давайте найдем ее. Может быть, нам что перепадет. Так. Что-то. Икра. Паприка. Ну вот. Зачем-то я тут... О, мы можем бегать, да, можем бегать. Но прыгать мы не можем. Не понимаю, для чего нам тогда пробел. Какая яркая лампа. Это мне, блядь, нахуй не страшно. Мне просто не видно нихуя, что-то еще происходит. Что это тут у нас? Так, а тут что? Тут обычно какие-то потайные у них там двери. Но садиться мы тоже не можем, как ни странно. Ладно, поднимаемся. И нахуй. Они и так пугающие картины. Вообще, я тут слышал, что картины какие-то должны превращаться в что-то страшное. Нас должны пугать эта вся атмосфера. Пока она меня только накаляет. Эта атмосфера. Атмосферчик накаляющий. Ну и что ты? Ну, мячик.
Ну. Ну, спальня. Ну что тут такого? Ну, лошадочка. Солдатика, смотрим, солдатика. Блять, это не. Просто игрушка, я ищу-то, смотрю, здесь есть ограниченное здание вообще, нет? И номер, нет, это, знаешь, какая-то подделка самодельная. О, и сказал, о, блядь. Это, что, нет, рисунок я не могу взять, нет, только этот чувак нарисован. С кубички. Какие-то рисуночки. А все зеленое. Ладно. Не нравится мне это. Давайте нижний откроем все. А, банты в полорозике. Лампу надо включить обязательно. Разработчики, видимо, хотели, чтобы мы боялись открывать шкафчики. Что это? Погремушка? Ну кто мне скажет, какого вообще хера оказался в чужом доме? О, дверь, единственная дверь, она закрытая, наверное. Давайте еще бухнем. Ой. Горчит, да. Есть такая штучка в коньячке. Так. Что тут? Нифига, вот это мне нравится. Волка, красная шапочка. Но нихуя он ее сожрал. А, это бабушку сожрал. Ты бабушку так сожрал, что ли? Ну ты хуила. Как странно, ты сожрал. Нихуя, вот это мне нравится. Он расхуярил наполовину. Прям вообще замечательная сказка. Я обожаю. Ключ взял. Фонарика у меня так здесь и не будет, да? Давайте заценим огонь. Это новый вид искусства, огонь. Давайте подожгем себя. Нет? О! Что тут у нас? Ничего, а тут тоже ничего. Вообще там куча всякого. Ага. Так. Ну, пусто тут. И темно, блядь. Нахуя такую темную комнату сидел? Может быть там целый ворк. Фу, блядь, волк придет за нами. Тут у нас что? Что это? Ой, фу. Ничего. Давайте все будем открывать. О, пианино. Давайте попробуем. Так, ноты. Ну ёбаный в рот. Так нечестно. Да что? 5-5-5-38-25. Типа избавление от крыс. А ключ как он? Автоматически должен использоваться. Не знаю. Давайте покрутим. Ладно. Так, ну мы бабушку уже сожрали. Бинты. Кому-то было, ну, очень хуёво тут. О! Ой, бухальщики, что ты здесь дохуя всякого хуйни? Да.
Блять, а как мне ключ ебучий использовать? А? Так, ну замечательно. Могли бы хоть подсказать, на какую кнопочку ключи учить. Доставать. Ну ладно. Если ничего, то я, пожалуй, пойду. Что это было? Да. О. Я все туда свечу, мать ваша. Куда тут еще можно сходить? Блять, я никак не заткнуть нахуй. Ну куда мне тогда идти? Я же все здесь обошел. Давайте спустимся на первый этаж. Может быть, я здесь что-то упустил. Чё еще? Да, вот. На брос с кем? Да. Какой-то... Get it right this time. Да. Сколько же, блядь, бухать-то можно было? Чё за немецкие значки? И чё? Чё это значит? Я же на репу почесал, хоть вы не видели, но я ее почесал, что не понимаю. Что... Ну, звук, ну, дзынь-дзынь. Че это? Ну, че? Ничего же не случилось. Куча ломных кисточек. Я ебанусь. Здесь, наверное, что должно произойти было. Но что-то ничего не происходит. Записочка. О, мы видим себя. Ай да мы, ай да какие мы тут. Каким-то дедом, блядь, играем, нахуй. Ну, это ребенок. Обычно похож на здоровую задницу. Ну что тут? Ебучая картина. Похуй, я пошел.
уходим нахуй. А что-то изменилось, да, вроде? Да, вроде бы как. Что-то поменялось. За шторочкой никого. Ой. Да ты шутишь, да? Что ты, детка? Ну вот, блядь. Надо еще выпить, чтобы совсем потерять рефлексы. Ой. Так, что тут у нас? Почему так темно-то тут? О, да будет свет. Свет. Че, котинки-то ебанутые. Just out the reach. Just out the reach. Я понял тебя. Ну, нам надо отсюда уходить. Ой, ну что-то изменилось. Каждый раз, как я не туда пойду, что-то будет меняться, что ли? Я думал, здесь кто-то сидит. А где веселая песня? Just a reach, just a reach. Нахуй. Так, ладно. О, слышь, шептуны. Блять, надо найти код в этой темноте. Четыре, восемь, пять. Ну хорошо, 4, 8, 5. Че, блядь? 8. Че, было очень легко. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Marry me, marry. Нахуй. Ладно. Запасы. А чё, оно не берет? Но... Нам же надо на что-то жить, мужик. Ладно. Never forget. Никогда не забуду. Не забывай. Не важно. Идем. Чего тут нету? Яблочко можно сожрать. Хочет он яблочки срать. А, вот дверь. Так, я вышел. В кромешной темноте, блядь. Вот я вышел. Нихуя не видно. Чё? Боже, я нихуя не вижу. Меня это должно пугать, потому что нихуя не вижу. Оу. Хм. Ну, замечательно. Правда, не знаю. Что это значит? Ну ладно, замечательно. Давай дергаем рычаг.
Ну темно просто пиздец. Вот опять эта хуйня. Не знаю, что это сейчас было. Ну а теперь ты мне куда? Где это там? Че там шумит? Ой, а двери уже нету, да? Мне кажется, нету. Ладно, не знаю. Можно уходить отсюда. Ой, изменилось-то что-то. Еще глоточек. Пендип. Не умею читать. Идемте дальше. Полное соблюдать в таких играх полное спокойствие, чтобы получить вообще максимум удовольствия. Максимум. Крыски. Ты крыса знаешь, что мне похуй на тебя. Ну, чё это? Чё это? Может, свечки зажечь? Здорово. Замечательно. А убирать кто будет, а? Ёбаный в рот. О! У меня коллекция пополнилась. Плачущие... Педики? Не знаю я. Что-то уж слишком непонятно для меня. Так. Ну, я застрял. Что? Ведро. Я тоже могу. Это не пугает вообще, ну никак. Ладно, давайте идемте. Я так понял, мы ходим по комнатам и должны обсираться. В этом весь прикол этой игры. Усраться до усрани. До усрачки. Усраться. И зачем я их открываю? Не знаю, может у меня фобия такая. С ней хобби мне такое открывать. Ой. Я тебе помогу нахуй. Сейчас пизды тебе как дам. Ладно, шлюха. Сиди там. Сиди, ну это. Я пока похожу. Че она вымаливает? Её отпиздили, она молится, что ли? Кто-то тут написал. Ложи вон какие. Огромные. Так. Ей-богу. Я бы на месте этого чувака взял бы тогда уже топорик. Блин, ты все, серьезно? Блять, полтергейст ты, сука, я почему за тебя все открываю? Че это было? Нет. О, ну сейчас открою, ты подожди. Че? Ну ладно. Кусок кожи чей-то,
Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. Seriously? I used a razor, in fact, and then... Давай же, кончай пиздеть. У меня уже заканчивается. Лодочка. Хуёдочка. Так, нам теперь куда? Я не вижу нихуя. Ладно. Должен нам сюда. Нам сюда. Добавим кожицы. Что это тут? Что это тут? Мясные фламинго? Серьезно? Кто-то рисовал фламинго без кожи. Ёбаные ублюдки. Я вот хочу там у девушки, там девушка пищала. Блядь. Ну хули же мне делать тогда? О, тоже закрыто. Ну, блядь, молодцы. Как вы поступили подло со мной. О. Еще и лифт. Блядь, вот мне всегда... интересовало. Что это за дома-то, блядь, такие? А, вот теперь мы едем, да? Сучара. Я хочу посидеть, да? Ну... Что там, что? Да. Скучноватая была поездочка. Без музыки. Когда в то время уже в лифтах была музыка. Тут нету. Стремно тут у вас, блядь, закрыто. Сука, тоже закрыто. Вы издеваетесь, что ли? Закрыто. А вот есть еще. Точно. Я включи. Серьезно, это что? Дом трансформер. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Нахуй. Эй, Хани, у тебя задница приросла, ну короче, прилипла вот корнями прям к седлу. Блять, нахуй такие дома строить? Лучше бы, блять, про освещение подумали. Черт. Подходит. Сюда подходит. Да. Темно. А мне все равно. Да вы даже не пытайтесь, я не вижу вообще нифига. Ну, сползла ты, ну молодец. Молодец, поздравляю. Научилась ползать, да. Ой. Ко мне, малыш. Малыш.
Блять. Вы убили моих собак. За что? Ужас. Да что? Собак всех сожгли. Вообще дом с одними картинами. Блять. Нормально что ли? Где-то там что-то звонит. Ну. Hello? Yes, speak. What? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Так, ладно. Ладно. Эй, ничего не могу пройти. Ладно. Да. Ой, замурована дверь. Здесь что у нас? Нет, заблокировано. Ну нет же. Тут, как обычно, ничего, захлопнись. Так, здесь что у нас? Что у нас здесь? Ай. Что это? Не вижу нихуя. Ладно. Вот так вот. Сейчас. Сюда иду. Я-то сюда зашел. Мне надо туда надо идти. Да. Вы, конечно, можете себе позволить ломать чужие дома. Я вот не могу. Поэтому иду себе спокойно. Фух, ну давай я присяду, слушай. Давай. Типа меня должно было напугать кресло. Ребята, вы чё? Совсем еще вот этого сделайте страшным. Или ваза убийца. Это вообще шикарно прям. Ой, ну хлопающие двери. Как это не оригинально вообще стало. Ну теперь она типа, мол, открылась, да? Ой, теперь она очень сильно открылась. Теперь давайте еще потемнеет. Замигает. Че, ничего? Это уж совсем что-то убог. Даже не старались удивить меня, что ли? Так. Ну, идемте дальше. Блять, закрыто. Ладно. Не, ну для чего-то же нас сюда запустили? А для чего? Может, чтобы мы в горшок насрали? Ладно, понятно.
Блять. Здесь он нахуй закрыто. Куда же нам туда идти? Так, ну остается только эта дверь. Что ты значит здесь? А что здесь? Не могу понять. Что здесь? Что? Свечи зажег. Создал романтическую ситуацию. На, не, не. Блять, иди ты нахуй тогда. Вот же, сука, пиздец нахуй. Я, кажется, жизнь себе застрял. Может, это здесь что-то сбоку дверь какая-то. Это вот закрытая. Да нету нифига вообще. Ой. Катастрофа какая-то. Если я сейчас не решу загадку, то я, наверное, усну, скорее всего, потому что... Меня уже начинает рубить от того, что... Очень скучно. Скучно очень, слышите? Скучно. Игра скучна. Что должен был здесь закрыться. Или что, я понять не могу. Вот, блять, ключ нахуй. Ну ебаный ты в рот. Сейчас я вносу по часу. Ой, да не оригинально это, слушайте, ребята. Давай. Что сейчас должно появиться? А? Ну, кто? Ой, потемнение. Все? Суки. Да открыто, ёбаная. Давай я помогу. Ты можешь подумать, что такое прям реально огромное ходит. Да, прям вот он выполз из картины. И весь такой. Я тебя сожру. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Трость. Ну и чё? Ну нафига эти предметы, когда они все здесь остаются? Ну чё мне этот предмет даст? Да нихуя. Так, и дверь так и закрыта. Типа сюда ломился. Блин, ломился, когда она была открыта. Опять засунный коридор. Открываем. Идем дальше. Пытаемся не выуснуть. Are you out of your goddamn mind? What did the doctor just say about straining yourself? You can barely hold a comb. Leave that damn thing alone. Кто там орёт-то? Ты наш герой такой ворчливый? Ну, вспоминает о нём амнезия, да?
Сейчас я шарманку включу. Ой, нога? Да это что за дырки у них нахуй в глаза? Хуйня какая-то. Здоровая. Здоровая сетка. Давайте крутим. О, кровать растекается. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. Кровь, что ли? I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a... Ну все, короче, всему пизда пришла. Все, блядь. Хуй пойми в чем, чернила это или кровь? Ладно, нам отсюда надо идти. Посмотрим, сможет она меня напугать. Что мне сделать-то надо? Что мне делать сегодня? Так. Угу. Еще один тупик. Да что ты? Че, давай все, собирайся обратно. Че, кровь не затекла? Так. Теперь что это у нас тут? Не знаю. Не знаю, что это. Какое-то разлагающееся животное.
Возможно, какой-нибудь дракон. Не знаю. Что это тут у нас? Вот нога это. Что, каждую хуйню, которую будут находить, будут валяться здесь? Ух ты, сучка. Ладно, идемте дальше. Эй, ну хули ты делаешь там, а? Я, блядь, за эту вазу целое состояние отдал. Кусок говна ты. Ненавижу я тебя. Что тут у нас? Что тут у нас? Ничего. Сука. О. Что-то оригинальное. О. Темно. Я не вижу нихуя. Что она, блядь, рассыпалась-то так? Блядь, как же здесь темно-то, ёбаный в рот? Чтоб назвали игру. Темнее, темнее, чем темнота темная. Ой, теперь мы видим привидение. Или это всё лишь воображение у него. Restless memories. Memories, restless. Да что ты? Хуйней, блядь, страдаешь. Вау. Типа дверь. Ой, ну прям уж со светом все изменилось. Ужасы. Крысы прям какие-то кровожадные. Ну ладно, не насрать. Куча книг выпала. Сюда, потому что больше я ничего не вижу. Не закроем на. Погоди, сейчас я почешу кое-что, о чем неприлично рассказывать. Включить свет. Или что мне, блять, надо сделать на? Я нихуя не вижу. Бись там нахуй конем.
что тут у нас чё? Снова, да, темнота? Ой, я вижу тень. А, это не моя тень. Там кого-то колдоебит. А я думал, это моя тень. Ой, теперь два этажа, да? И вверх, и вниз. И вверх, и вниз. И вниз, и вверх. Ой. Крысы плавают. Чё, пизда ему. Ой, вообще нас здесь могут убить или что-нибудь такое сделать? Давайте. Я вот жду, тут будет что-нибудь такое, что может мне пизды нападать как следует. Ёпчики живы. Да уж побежали. Закрыт. Закрыт. Открыт. Заходим. Чаем свет. Есть. Идем вниз. Да че еще хромаешь-то? Ну как лошадка скачет. Тук-тук, тук-тук. Я знаю, что все так и будет. Крыша летающая. Чё это? Так, теперь всё летает нахуй. То есть всё летает, мне до этого легче не становится. Я же все равно не понимаю, куда мне идти. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw. Чья-то косточка. And put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Да. Mixed the dust with some white paint. Made for a lovely undercoat. Сзади. А чё ничего не появилось? Чтобы я обкекался. Теперь как обычно на выход. И так.
Бах! Сейчас будет. И опять я в этой комнате. Картинки опять с крысами добавляются. Может точно, может это здесь крысы на самом деле. Вот еще предмет добавился. Понятно, еще осталось раз, два, три, четыре. Так, четыре таких предмета. И рисунков, не знаю. Наверное, еще штук. 9. 5. Или 6. Теперь это. Еще хуже что-то стало, вообще нихуя не понятно. Что это такое? Ладно. Опять сейчас. И? Закрыто. Закрыто. А, даже так. Ну ладно. Ты куда? И что здесь? Ты наврал мне. Так. Блять, я, знаете, нихуя вообще не вижу. Если вы видите, то молодцы. Потому что я вообще нихуя не... Да пусть... Иди нахуй, ной там, блядь. Короче, мне надоело в такой темноте находиться. Так вот, сделаем. Заебался я, блядь. Прям тьмущей темноты, блядь. Вот теперь хоть видно, что тут вообще происходит. Так. Ну, идемте дальше. Что? Ой. Ну, надо же. Ты уродливая. Уродливая женщина. Ты что? Мне типа шею сломали? Нет, не сломали. А может сломали, сейчас буду с полной шеей ходить. Ой, так. Продолжаем наше прохождение. Или, ну, сразу как... Я добавлю это в список, плейлист, стримы, обзоры, потому что даже если я сейчас его не пройду, я не собираюсь, я не стал задачу проходить. Просто посмотреть, что за игра, потому что у меня она в цифровом формате, а в цифровом формате я обычно не люблю игры проходить. У меня если на диске нету, то я и не прохожу. О, это ж Silent Hill 4. The Room. Наверное, там эта бешеная пизда и сидит. Пусть там и сидит, нахуй. Где там самое место? Давайте. Куда ты смотришь? В окошко, что ли? Не открою я никому. Окошко. Фляжка. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Короче, понятно, мы играем за этого, за художника Бухаря, который нажрался и перебил всю свою семейку. О, здесь что-то. Так. Кажись, локации повторяются. Ладно, не беда.
Что? Я ничего не сделал. Чувак без башки. Замечательно. Носатый чувак. О, это ж Slipknot. Замечательно. Сейчас сзади. А! Нет. А теперь. А! Нет. Ну ладно. Ой, опять ноешь там, пизда. Слышь, я тебе чё нахуй? Заткнись, сука. Столы летают. Замечательно. А. Открываем нахуй двери. Так. Что это? Залетающие тени. Что это было? О, там дождь идет. Все, сердечко-то разбито. О, какая фигурка. Мне такую фигурку. Давайте подумаем, что там. Так. Это, блядь. Еще одна. А нахуя они мне? Ну ладно, не знаю, нахуя они мне? Ничего. Ой, мне кто-то на ушко нашепчет. Ой, что ты мне там нашепчил, урод? Ой, ну конечно, так-то можешь, только подойду так сразу, да? Ха! Урод не выдержал, да, все-таки захотел мне. Гребаный извращенка. Где эта телочка? С красивым личиком. Дорогая, я дома. Свечи почему не горят? Ты там что, не одна? М? Немец. Я играю за немца. Я немец. Ой. Да мне кажется, я по кругу, слышь, скажу. Че, серьезно, по кругу хожу? Где-то я это уже видел, слушайте. Ага. Угу. Вот ты какая. Ну и ладно. А, головы. То я долго не мог понять, что это. Ты где-то вот под столом. Мог бы я перевернул бы, так как пиздюлей тебя навешал. Идемте. Вот чертила, весь дом изрисовал. Пизды точно получит. Ну и что? Я тоже могу обоссаться. И что теперь? Так, как мне здесь? Там кто-то стучится, надо открыть. Невежливо так вот. Блять. Извините, не могу открыть. Ключи забыл. Чёрка на чуть-чуть. Ой, яркий свет.
пиздец. Нахуй такой яркий свет. Ой, детская. Ой, яркий свет. Зачем? Собачка. Тогда не было таких колесиц, этих котят на колесиках пластмассовых. Да и таких тоже не было ночников. Стопово. Ой, ну вот, сейчас надо с этой хуйней мучаться. Что тут, куколок надо потеребить какой-нибудь? Или что взять со стола? Где? Вот мне не нравятся эти звуки, потому что они впустую. Во, во, картинку. Крыса жрет всех. Понятно. И здесь, наверное. Слендермен. Я больше здесь ничего не ощущаю. Наверное, на этом все. Да блять, ну ебаный ж рот. Ладно, попробуем идти назад. Да ебать вас в рот. Может посудой покидаться. Знаю куда. О, где-то вот что-то происходит. А где, блядь, что происходит? Я понять не могу. Куда мне надо посмотреть, чтобы что-то изменилось? Может, где-то должен типа какую-то фигурку. Поставить. С каким-то предметом. Блять, меня тут бесит нахуй. Ползи отсюда. И в шубу. Давай, открывайся, сука. Бляди. Закройся нахуй. Да ёбаный ж в рот. Что мне здесь делать-то надо? А, ножницы. Я взял ножницы. Больше ничего? Точно? Ножницы. Так. Ножницы.
Угу. Вот. Ну что ты, давай, меняй что-нибудь. Фу-фу. Да. Картина сейчас такая. Да, замечательно. Ой, руки чьи-то. Башка чья-то. Ничего. Ха. Собака с кучей глаз. Замечательно. Они типа, мол, смотрят. Салупа адская. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. Чё-то. At that point, I hesitated. Will this Конский work? Волосок. Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all. Нифига, он сказал fuck it. Thing. Так. Я как-то был в кровати. Странно. Ну все, я думаю. Вот это да. Нихуя. Ну ладно, все уже. С этим всем покончено. Нам надо рисовать дальше нашу картину. Дети мои какие-то. Куклы. Уюклы. Угу. Уже 4 картинки. 3 предмета. И... Дай. Изменяется все на что? Что это сейчас будет? Во, уже мясистый человек. Видно, да. Что-то более-менее мясное. Человечек. Ой. Тут, наверное, каждый раз что-то менялось, в зависимости от локации. Вот. Так. Ну, на этом, наверное, пожалуй, все. Смотрите, если вам игра понравилась, то играйте. А если нет, то... То, конечно же, нет. Потому что она, как по моему мнению, не очень-то и пока и страшна. До скорого.